В принципе, на 70% повторялись шутки из фильма. А так в целом. Это вас не устроило, что на 70%? Вы ожидали, что меньше будет? Мы ожидали, что, в общем-то, совсем все будет так по новой. Ну, а так в целом интересно. А какую основную эмоцию вызывает этот спектакль у вас? Что вы чувствуете, да, вот, наверное, на спектакле? Какие у вас вот ощущения? Грусть, может быть, или наоборот? Да нет, настроение поднимает. Ребята, молодцы. А вы советуете его посмотреть тем, кто уже смотрел фильм? Да. Почему, скажите? Почему стоит все равно сходить? Ну, некоторые моменты все равно новые, конечно. Вживую, в исполнении актеров это увидеть. Какая-то шутка запомнилась особенно, вас потрясла? Вот нам сказали про эстонцев шутка потрясающая. А у вас что-то такое вот и понравилось, запомнилось? Ну, соглашусь, да, про эстонцев интересно, да. Что-нибудь еще, может, какая-то еще шутка вас поразила, там запомнилась? Все-таки только что был. Нет? Спешим, извините. А, ну ладно. Много что интересного. Ага.